Меня зовут Манижа, мне 15 лет, я из Таджикистана, города Душанбе. Я занимаюсь ментальной арифметикой уже 7 месяцев, и за это время я уже участвовала в двух олимпиадах, в одной республиканской и среднеазиатской. Я заняла призовые места. Я умею быстро считать ментально и одновременно при этом и петь, и считать под музыку. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует. И весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит. А еще меня на рассвете губы твои разбудят. Счастье, что оно та же птица. 44. Я люблю кушать, люблю спать, люблю смотреть сериалы разные и фильмы, люблю слушать музыку. Также я еще посещала курсы фортепиано и умею играть на фортепиано. В свободное время я подбираю аккорды и начинаю петь. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщины зелье подки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и что прошлое не любя, ты уйти не смогла другому. Поступь нежно, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Поступь нежно, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. 21. Все любят кушать и спать.